Всем привет, с вами Давилыч, и только что вы увидели видеоряд по сборке системного блока вот этого самого, вот в таком вот компактном корпусе. Ну а предыстория по сборке данного ПК очень даже простая. Была поставлена задача собрать ПК для офисных задач. Нужна была простая офисная тачка, и в нынешних реалиях, когда я решил все это дело посчитать, просто из комплектующих собрать на пеньке, на простой материнской плате, то я ужаснулся. Системный блок полностью в сборе выходил в 30 тысяч рублей. На пеньке, ё-моё. И это еще без стоимости сборки, потому что компик нужен в другой регион, а там сам лично я собрать не смогу. Именно поэтому общая стоимость той сборки составила 33 тысячи рублей в ДНС. И я такой подумал, блин, может быть, можно что-то сделать поинтереснее, а самое главное, подешевле. И у меня было что предложить. Где-то год, может быть, полтора назад я все планировал собрать сетевое хранилище на достаточно мощном процессоре для этих задач. То есть это планировался такой мини-сервер. И тогда был приобретен процессор Intel Core i5-6500T. И буква T здесь неспроста. Это процессоры с пониженным тепловыделением. Там всего 35 Вт. А для сетевого хранилища это было бы просто идеально. И тихо, и вентилятор бы не шумел, и, соответственно, никакого дополнительного нагрева. Данный процессор был куплен на Авито и лежал, ждал своей участи. Точно так же у меня лежала материнская плата Gigabyte H110N для этой же задачи, но она не совсем, наверное, мне подходила, потому что там было всего 3 SATA разъема и один M2 SATA NVMe. И именно с тех пор я все думал, а надо ли мне на 3 разъема, если я буду, например, использовать всего лишь 2. И, блин, что делать, если я захочу использовать 4 SATA разъема для сетевого хранилища, для использования, например, 4 дисков. Ну и, собственно, это все тоже так же лежало в коробочке и ждало своего часа. Что касается памяти, 8-гиговая планочка памяти тоже у меня была. Kingston, которая там простенькая, с частотой 2133, но DDR4, которая, конечно же, сюда отлично подошла. И для офисных задач, несмотря на нынешние реалии, я считаю это минимальным объемом оперативной памяти. Потому что если у вас 4 гига оперативки, в хроме у вас открыта куча вкладок, все, у вас все это будет достаточно долго подгружаться. Далее нужно было выбрать накопитель. И, конечно же, это только SSD. Никаких жестких дисков не должно быть в принципе сейчас, тем более под офисные задачи. Все должно работать оперативно, быстро и максимально эффективно. Изначально я подумывал сюда поставить NVMe SSD, но потом подумал, блин, зачем этот лишний геморрой, тем более NVMe накопитель ставится под платой с обратной стороны, и в случае чего заменить, менять нужно будет полностью все разбирать. Поэтому остановился на SATA SSD накопителе, и как вы думаете, какой я выбрал? Конечно же, проверенный. Если Samsung сейчас достаточно дорого, то Kingston KC600, топовая серия, проверенный, надежный SATA SSD, идеально подходил. Особенно удалось его хорошо купить на Wildberries, и, конечно же, он встал сюда. Ну и последнее. Это у нас корпус с блоком питания. А так как все комплектующие у меня уже были, кстати, кулер низкопрофильный тоже покупал на распродаже, наверное, года 2 назад, и покупал его только из-за вентилятора. Тут мне нужен был вентилятор, но так и поменять его не получилось там, где я хотел, на старом сетевом хранилище самодельном. И поэтому этот низкопрофильный кулер идеально сюда встает для нашего процессора с низким потреблением. Просто лучше не придумаешь. Да, можно было здесь поставить кулер и повыше. Вот этот вот выступ позволяет это сделать на этой сетке. Но зачем, если у меня все было в наличии? Ну и еще раз посмотрев на все комплектующие, которые у меня были, я подумал, а не собрать ли все это в компактном корпусе, например, вот в таком. Я не знаю сразу же, что это за корпус, что это за бренд. Внутри стоит блок питания от Powerman, а корпус не совсем понятно. Вроде бы и Invin,
А вроде бы и нет. Особенностью, конечно же, является крепление на стену, то есть на стенку, например, стола. И также можно все это снизу, чтобы у нас стоял. Я начал поиски компактных корпусов на Авито. И, о чудо, в моем городе оказался вот этот вот интересный вариант. Да, пришлось немножко поторговаться, но тоже по очень достойной цене он был приобретен. Ну и в блоке питания, который стоял в этом корпусе, продавец сразу же сказал, что он заменил здесь вентилятор на вентилятор от Nocta, и теперь все работает еще тише. Кстати, если вы знаете, что за корпус, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно узнать модель. Я ранее встречал такие корпуса, но вот не помню даже производителя. Ну и после всего остается дело за малым. Нужно все это собрать, подключить кабель, максимально удобно проложить, чтобы ничего не болталось. Все вы это увидели на видео. Все настроено, винда 10 установлена, все отлично. Также пришлось подстроить у нас вращение вентилятора процессора, и теперь там тишина. Даже под нагрузкой вся система у нас достаточно тихо. Также я замерил, сколько из розетки потребляет при максимальной загрузке процессора эта система. 45 ватт. Всего 45 ватт. Вот такой вот интересный компик получился. Системный блок. И он скоро отправится в город Санкт-Петербург. Кстати, здесь же у нас встроенная графика Intel HD 530, которая потянет Counter-Strike. И есть вероятность, что у нас в банде прибудет на еще одного участника. Ну и на этом у меня все. Обязательно напишите в комментариях, понравился вам видос или нет. Нужно ли снимать подобные ролики со сборкой компактных ПК, либо нет. Ну и, конечно же, нашли косяк на видео, обязательно напишите, все обсудим, обо всем поговорим. Ну а для тех, кто хочет узнать, сколько стоят сейчас комплектующие, по крайней мере, новые, которые здесь использовались, ссылочку оставлю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте. Ну, если вам все понравится, можете собирать. Кстати, на корпус ссылка появится только после того, как определим производителя. Благодаря вам.